здесь. Я ищу его. Ты смотрел «Убей мутанта» на прошлой неделе? Это тот парень. Ты идиот. Заткнись и смотри в оба. Он там, внизу. Это сука там! Вот, я тебя разнесу! Не подпускайте этого пи***а к выключателю! У него тоже есть робот-страж! Все должен делать сам, что ли? Он там! Ай! Я ранен! Я вижу его! Прячется, как крыса! Предупреждал, с***а. Редстоун что, того стоит? Этот пи***** меня надул! Подземка была моя! Я загляну к Редстоуну, когда покончу с тобой! Все, хватит болтать!
чужак! Иди сюда, собачка! Эй, ты! Эй, слушай! Энергия подается, но за этим надо следить. Почини этот пульт и помоги нашим выбраться. Угостим гадов их же лекарством. Вперед, братан! Понял, двигаюсь! Отступай! Он там! Шевелись, братан! Выбираюсь отсюда! Отступаю! Вперед, товарищи! Отходим, отходим! Прикрываю! Мы почти открыли ворота! Давай вперед! Выбираюсь отсюда! Это сука там! Вперед! Он там! Вот, иди к Редстоуну. Он будет рад таким новостям.
в центр. Слушай меня внимательно. В городе появились патрули правительства. Они пока не знают, как ты выглядишь. Но рисковать все-таки нельзя. Отправляйся к капитану маршалу немедленно. Короче, не зли его, но и особо не сближайся с ним. Теперь о важном. В городе ходят патрули правительства. К счастью, они не знают, как ты выглядишь, но мы должны действовать быстро. Поговори с Лассардом, он расшифровывает данные с твоего диска. Как сказал капитан, нам очень нужна информация с твоего диска. Но обычный дешифратор не позволяет мне считать все данные. Боюсь, чтобы добраться до закрытых данных, мне понадобится еще один дешифратор. Поэтому ты здесь. Капитан получил сообщение с севера. Говорят, в долине шакалов поднялся ковчег. Знаешь, если шакалы наткнулись на ковчег, его обитатели уже мертвы. Но шакалы могли не тронуть сам ковчег. А значит, дешифратор не пострадал, и ты можешь отправиться туда и принести его. Так что иди на север, к долине шакалов, найди ковчег, если он там, и достань дешифратор. Шакалы — крайне опасный бандитский клан. Береги себя. Теперь тебя все уважают. Отлично врезал тем бандитам. А ты действительно крутой парень. Сопротивлению необходимы данные с твоего диска. Каждый диск — это кусок головоломки. Как только Лассард получит оборудование, он расшифрует диск. Парни, что работают с трубами, сказали, что ты сильно достал машины головы. Ну ты псих. Ты так и правительство достанешь. Будь осторожен, там стражи. Чёртово правительство указывает нам, что делать. Меня это так бесит. Будь я помоложе, я б... Внимание, водитель. Ладно, неважно. Любите давить гашетки на скорости? Мы начинаем гонки... Слышал про Редстоуна? Видимо, правительство решило покончить с ним. Говорят, пришли средь бела дня. В его кабинете сейчас полно стражей. Такое уже бывало. Появляется правительство, начинают пропадать люди. Плохо дело, друг, плохо. Очень плохо. В городе стражи правительства. Будь осторожен.
слышал новости? Старик Редстоун бежал. Говорят, проблемы с правительством. Черт, с ним даже он не справится. Эй! Теперь, когда правительство забило тревогу, маршалу надо действовать быстро. Он знает, что делать. Не верь словам генерала Кросса. Кросс и его правительство не наше будущее. Никто его не хочет. Говорят, Кросс создал мутантов, а вовсе не тот чертов камень из космоса. Не знаю, но я Кроссу ни на грош не верю. Ты, мой друг, просто адски крут. Мочи их бодренько, а я буду платить. Приветствую тебя, странник. Моя колода самая лучшая в пустоши. Хочешь сыграть? Эта игра проста, но тонкости можно постигать всю жизнь. В общем, вот как мы играем. У каждого своя колода. Да-да, своя. Из нее ты выбираешь карты, которые, по-твоему, должны сыграть. Чуток удачи и немного стратегии, и ты победитель. Двигайте в магазин на полной скорости. Не знаю, ты в сопротивлении или нет, но если можешь, скажи им, что люди молятся за них и надеются, что когда-нибудь сопротивление покончит с правительством и освободит нас. Обвес запчасти! А ты адский крутой гонщик, друг. Просто гений руля. Может, скоро у нас будет новый чемпион? Говорят, ты неплохой гонщик. Хочу дать тебе совет. Берегись хищников правительства. Это самые мощные машины в пустоши. Не попадайся им на пути. Хорошо, что ты побил Старки. Он полный придурок. Хотите получить заряд бодрости и ощутить вкус жизни? Записывайтесь для участия в одной из наших новых гонок на время. Привет! Привет! Стражи в городе, если ты не заметил. Берегись, не хочу, чтобы тебя уволокли. Это правительство любит время от времени присылать напоминания, чтобы мы не забывали, у кого реальная власть. Помни, даже если сюда заявились стражи, хозяин в городе Редстоун. Ты
Ты славно разобрался с машиноголовыми. Так держать. Может быть, ты спасешь наш город. Эксклюзивные товары. Заходи еще, всегда новые скидки. Любите скорость? Умеете ездить? У тебя отличные колеса, приятель. Удачу на нашем скоростном треке. Заезды проводятся весь день. Знаешь, ни одной подземке нужна помощь. По всей пустоши есть люди, что борются за выживание и нуждаются в герое, в которого могут верить. Не могу поверить. Тут все в опасности, даже Редстоун. Правительство пытается нас запугать, это ясно. Надеюсь, они уберутся через пару дней. Назад! Назад! Внимание гонщиков! Гонка «Нижний каньон» открыта! Порядке!
12 часов.